Ян ван Эйк известен как новатор веристического реализма не только благодаря своей портретной живописи, но и за его потрясающие панорамные пейзажи, уходящие далеко вдаль. Предшествующие натуралистическим пейзажам Леонардо да Винчи более чем на 50 лет, такие картины, как «Святой Франциск Ассизский», получающие стигматы, демонстрируют использование Эйком атмосферной перспективы и предвосхищают более поздний жанр голландской пейзажной традиции в стиле барокко. Художник поместил эту сцену в скалистых горах, но также включил миниатюрный шумный нидерландский город на расстоянии, используя технику микроскопической живописи, общую черту ранних нидерландских книжных иллюстраций и религиозных картин. Эта небольшая картина изображает важный момент во время 40-дневного поста святого в пустыне горы Лаверна, когда Франциск Ассизский пережил видение и получил стигматы или раны распятого Христа. Стигматы, которые никогда не заживают, стали живым доказательством его святости. Свидетелем этого события является распятая фигура Христа, которая возвышается над монахами Франциском и Львом, одетыми в коричневые и серые одеяния, которые идентифицируют их как францисканцев. Небольшие картины, подобные этой, иногда делались в память об успешном паломничестве или в качестве переносного религиозного предмета, сопровождающего человека в путешествии. На обеих картинах святой Франциск Ассизский преклоняет колени у скалы, получая стигматы, которые должны были оставаться на его теле до самой смерти. Композиция тонально похожа на Джоту, святой Франциск, получающий стигматы, но более основанная на земной реальности. Дизайн в основном является точным воспроизведением оригинальных францисканских текстов, но отличается тем, что Франциск не склоняется вперед ко Христу. Франциск обладает индивидуальными чертами, вплоть до того, что внимание к его лицу придает ему качество портрета, такого как портрет кардинала Николо Альбергатти. Голова и лицо детализированы до мелочей. Франциску около 35. У него щетина, несколько кривое лицо и залысины. Он представлен как очень умный, но, возможно, отстраненный и бесстрастный человек. Ему дается сложное и непостижимое выражение лица. Физиологические черты – не редкость современной фламандской живописи. Он становится на колени на клумбе с цветами, и его тяжелый халат и сложенная драпировка создают ощущение неровности и переполнения. Его нижние конечности кажутся отключенными, расположенными в антинатуралистической манере. Создается впечатление, что он левитирует. Тиль Холгер Борхерт замечает, что ступни Фрэнсиса расположены немного высоко над остальной частью его тела, что делает их настолько причудливыми, что они выглядят как инородное тело. Другие восприняли это как признак менее опытного и более слабого художника из мастерской, но Борхерт обнаруживает сходство с двумя работами, признанными оригиналами Ван Эйка. На панели поклонения мистическому Агнцу Божью «Генский алтарь» пророки преклоняют колени точно так же, неуклюже поставив ноги позади. Донор в «Мадонне» канцлера Роллина находится в похожей позе, хотя его ступни не видны, в то время как некоторые критики рассматривают расположение ног Фрэнсиса как слабое место. Джозеф Ришел из Художественного музея Филадельфии утверждает, что искривление необходимо, чтобы показать обе раны. Реалистично изображены раны на руках и ногах Фрэнсиса. Разрезы не должны быть слишком глубокими или драматичными, и в них отсутствуют сверхъестественные элементы, такие как лучи света. Изображение Христа в облике Серафима с тремя парами крыльев является необычайно фантастическим элементом для обычно сдержанной чувствительности Ван Эйка.
Несколько историков искусства обратились к этому несоответствию и отметили, что Фрэнсис смотрит прямо перед собой и не обращает внимания на привидения. Холланд Коттер описал это разъединение так, как будто мистическое видение Христа было каким-то образом слуховым, а не визуальным опытом. И Фрэнсис держался абсолютно неподвижно, чтобы уловить его отдаленный звук. Ханни Франциско, брат Лев, выступает в качестве свидетеля. Он одет в мрачные цвета и выполнен более компактно, чем Франциск. Присел, как будто погрузился в иллюстрированное пространство в дальнем правом углу панели. Его форма очень геометрическая и объемная. Его шнурок изгибается вниз, чтобы заканчиваться рядом с поясом Франциско, что символизирует преемственность между основателем ордена и его преемниками. Поза Льва, кажется, указывает на траур. Хотя кажется, что он отдыхает или спит. Природа – ключевой аспект в работах Ван Эйка. По словам Ришеля, элементы его пейзажа могут казаться волшебно красивыми, но на самом деле совершенно не обращают внимания на священное действие на переднем плане. Кэтрин Любер считает, что открытая перспектива и заниженный горизонт – это отличительная черта. Картина кажется ранним экспериментом с пейзажем. Художник помещает камни в середине плана, решая задачу перехода от переднего плана к фону. Аналогичное разрешение находится в нижнем правом крыле Генского алтаря. Коричневый цвет скал и деревьев перекликается с коричневым цветом одеяния святых. Широкие горы и город изолируют фигуры от величия, природы и суеты человеческой жизни. За фигурами ввысь панорамный горный пейзаж. Средний слой земли содержит множество камней и выступов, в том числе пласты и слоев, содержащих ископаемые. Как и в случае с диптихом «Распятие и страшный суд», горы покрыты снегом, который Ван Эйк, возможно, видел во время своих визитов в Италию и Испанию, где он пересек Альпы и Пиренеи. На ландшафте изображен вымышленный фламандский город. Как и в диптихе Нью-Йорке, некоторые здания и достопримечательности можно отождествить с Иерусалимом. Это очень похоже на фон панели Роллина, который подвергся гораздо более глубокому вниманию со стороны ученых, с несколькими отождествлениями, сделанными со структурами в Иерусалиме, включая мечеть Амара, известную Ван Эйку по тексту из старых рук и визуальные описания. Люди и животные населяют городские стены, но на картинах Филадельфии некоторые из них видны только при увеличении. На озере у города изображена лодка, тень которой отражается в воде. Отражающие водные поверхности были еще одним типичным нововведением Эйка, которое он, кажется, освоил рано, о чем свидетельствуют водные сцены в Турин-Миланские часы, и которые требуют значительной степени артистизма. Растения состоят из крошечных цветков на переднем плане, более крупных трав среднего плана, а также кустов и деревьев на заднем плане. Небольшой ковер из белых цветов на переднем плане напоминает ковер на центральной панели Генского алтаря. Позади Франциска – карликовые пальмы.